ovde! Majku mu jebem! Ma jebeš to! Američki snajperista je pobegao! Upravo sam našao Stepana u podrumu sa poljonimim kičom! Šta? Brzo, proveri salo pre nego što nam se prokleti krov sruši na glavu! Sranje čoveče, sad imamo priliku! Mora da je negde ovde, možda... Komanda, američki zarobljenik je na spodi u gradu! Ponavljam, plaćeni agent je slobodan! Odjava! Ovde, komanda, prinesi preostalim jedinicama da pooštre obezbeđenje oko zgrade u okolnim ulicama. Šaljemo pojačanje. Izgubljena! Izgubljen!
Юніформа та Рейзер 32. Угрози ні. Так, пора вибиратися із цієї задниці. Пора вибиратися із цієї задниці. Юніформа та Рейзер 32, як слышите? Слышу, 32-й. Я, чёрт возьми, тебя носил. Ты не выходил на связь 3 часа. Меня схватили. Меринов нас подставил. Пока буду молчать. Здесь довольно опасно. Вот так и долази. Юніформ, что там за история с минометами? По всей видимости, на улицах вспыхнули бои. Сербы начали обстреливать все дома подряд. Майку му ебе! Будьте осторожны! Что? Американский снайперист я побегал! Управа сам нашел степера у бодрума с подъемным кичом! Что? Брзо, провери сало пред него, что нам с проклятый кров сруши на главу! Сранье, човече! Сад имамо прилику! Мора да есть негде... Юніформа та Рейзер 32. Угрозы нет, докладываю. Мне удалось выбраться, но Медекс остался у них в здании парламента. Они хотят, чтобы американец сказал перед камерой, что это военная операция. Какого черта тебя понесло так далеко от места посадки? Меринов вывел нас на Владича. Мы прижали его, но бандиты налетели на нас, как мухи. Думаю, мерзавец с самого начала хотел нас подставить. Черт возьми! Тебе было сказано стоять на месте и ждать указаний. Я наблюдатель от ЦРУ. Пока не получим официальный мандат НАТО, крайне важно держать действия США в секрете от СМИ. Вам нужно отыскать своего напарника и вытащить его оттуда, пока не понял. Я сейчас в старой школе в 2 километрах к западу от места высадки. Подскажите по выбору маршрута. Так, самый короткий маршрут пройдет через... вроде бы это библиотека и больница. Твоя цель — это отель со стеклянным входом. Оттуда должен быть хороший вид на нужное нам здание. Вас понял. Не нравится мне это.
Надо будет покопаться.